красивые инсталляции такие сделали. Обязательно надо сюда прийти с собаками и пофоткаться. Фотки будут очень классные. С собачками гуляют. Тут можно с собаками. Лавочки везде, можно посидеть вечером, прийти, очень красиво. Отличный Летуаль, сейчас скидки, кстати, до 60% на Dior, на Miss Dior скидка. Скидка на Dior есть, вот на этот. Так, они 8 тысяч, а сейчас со скидкой 4, так что бегите скорее. Короче, пришла за одними духами, набрала я себе целую сумку. Я даже показывать не буду. Ну, всего. О, новенькие в мою коллекцию. Что вот мне для счастья надо? Новые духи, новый парфюм. Обожаю. Пипец, я приехала из магазина, пока ехала, у меня спину прихватило, как, я не знаю, что теперь мне делать, ужас один. Вот, когда у меня болит спина, я лежу на этом коврике, ну, конечно, голой спиной, я его вообще не чувствую, там иголки такие, честно говоря, ну, как бы многие говорят, ой, как больно, мне вообще не больно, то есть она мне когда отнимается и болит, то есть, эта боль, которая в спине, вот это вообще не больно. Но на нем полежишь, может, полчаса, я лежу даже 40 минут. Хотя бы кровь как-то к спине подступает, потому что операцию делать как бы мне не очень хочется. Мои помощники. Помощники мои, они мне сейчас помогали, очень помогли мне разобрать шкафы. Да? Шкафы, скажи, очень маме помогали разбирать. Старую обувь надо выкинуть. Тут где-то подошва лопнула. Где-то уже отклеилась. Тут уже старая. Да, а что вы бросили помогать? Так хорошо помогали. Мне все разбирали. Вообще, вот этот вот помет щенков. Им вот обувь неинтересна. У меня вот тут вот они ходят везде. По всему дому. У меня вот на полке стоит обувь, даже они могут ее достать, даже тут стоит вот обувь, в которой я хожу по участку, ну там такая не очень хорошая, я в ней по участку хожу с собаками, и стоит обувь, которую могут взять, они ничего не берут, и вот неинтересно, молодцы, как бы это не надо, им лучше тряпки какие-нибудь, простыни, коврики, вот они любят, бумажки вот могут взять, а обувь не нужна, вот. Не берут они обувь. Ой, мне сегодня как спину прихватило. Ужас. Я даже ехала за рулем. Не могу повернуться ни так, ни сяк. Там даже на поворотах вот даже надо чуть-чуть наклониться. Там и очень неплохо было. Это у нас тут уборка шкафов. Они у меня тут помогают мне разобраться. И все выкинуть. Все старье. Сейчас выкинем на помойку. Чего ты? Все мамкины дети, все мамкины дети, все мамку любят. Все мамку любят. Да? Ну, мой хороший. Вот так мы играем. Скажи, да. Да. Все мамки. Все маму любят.
Тут все дерутся. Все дерутся. Завтра будем клеймить. Всем поставим татуировки в ушах. А то все такие уже большие, что скоро их не удержишь. Да? Скажи, мы уже очень большие стали. Да? Очень большие. Медведи, мамкины. Мамкины, медведи. Да. Ой, хорошие мои. Пупсы, пупсики мои. Кто-то ушел. Кто-то ушел. Вы самые у меня преданные, да, со мной сидите. Эти ушли хулиганы куда-то. Куда вы там ушли? Куда ушла бандитка? Вот это самая бандитка. Вот это вот с оранжевой лентой. Девчонка. Самая бандитка. Да, это бандитка. Да. Очень озорная. Кому надо очень активно озорную девчонку, это вот она. Да, да. Вот такие вот, злые. Да? Все дерутся что-то. Все что-то не поделили. Все что-то дерутся. Это вот у нас вечерние игры такие, да? Вот я с ними играю, сижу, играю. Бывает до часу ночи. Потом укладываю их спать. Потом сама ложусь. И вот в 6:10 они мне всегда будет. В 6:10 утра они просыпаются. И им надо кушать. Да? Кушать, скажи, надо. Потому что мамку я жалею. Я ее уже отучаю. Потому что мне ее жалко. Они ее хватают, всю ее высосали. Они, скажем, вот они какие толстые. Ну, вон какие толстые, толстые. Ой! Спина у меня болит, не могу.